Необычайно теплая погода и ласковое солнце – это не единственная причина, по которой россияне выбирают отдых в Анапе. Доступные цены, которые на порядок ниже, чем в городах-конкурентах, высокий уровень сервиса и разнообразность досуга ставят наш город-курорт в число лидеров среди желающих отдохнуть на берегу Черного моря. В нашем городе Ростове, из которого я приехал, советуют очень этот город-курорт, потому что здесь отличные пляжи. Хорошая набережная, есть куда погулять, с детишками на кораблях, вот мы плаваем, ходим. По предварительной статистике, город-курорт уже посетили на 5% больше отдыхающих, чем в прошлом году. Только для детей на территории муниципального образования работает 38 объектов санаторно-курортной отрасли. Великолепные золотые пляжи и сравнительно неглубокое море делают детский отдых доступным и незабываемым. У меня двое ребятишек, одному 7 лет, другому 2 годика. И так как здесь пляжик такой песчаный, неглубокое море, пологий вход, мы решили отправиться сюда. У нас сегодня последний день, завтра мы уже отчаливаем. Хорошо отдохнули, загорели, поправились, я надеюсь. Все было прекрасно. Анапа хорошо подготовилась к курортному сезону 2016. Более 80 объектов санаторно-курортного комплекса прошли сертификацию и отвечают всем требованиям для полноценного отдыха. Основная часть отдыхающих планирует приехать в Анапу в конце июля – начале августа. По прогнозам экспертов, в этом сезоне будет преодолена планка в 4 миллиона человек.